Далі знову про воєнне. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не хоче війни з Україною. Але не все у цьому питанні, за словами Лаврова, залежить від дій Москви. Росія хоче, аби Захід поважав її інтереси, сказав Лавров. Якщо це залежить від Російської Федерації, війни не буде. Ми війн не хочемо. Але і наступати грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы, мы тоже не позволим. Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас, ну, американцы, как вы знаете, и натовцы больше месяца изучали наши предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном и соглашения с Североатлантическим альянсом, а мы получили только позавчера ответы, которые, ну, в таком, в западном стиле, наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам.